Вырастить картофель – дело непростое. Сначала надо посадить, 2-3 раза окучить, бороться с вредителями, болезнями, потом выкопать. Но с помощью метода, который я называю «картофель под шубой», получить приличный урожай можно без особого труда. Прямо на целине делаю неглубокие лунки под клубни. Высыпаю в них полуперепревший компост. Раскладываю пророщенный картофель. Накрываю клубни тем же компостом, слоем 15-20 сантиметров. Почвенные бактерии и червячки берутся за дело и готовят гумус, питательную среду для молодых клубней. В течение всего сезона на высаженный картофель набрасываю скошенную траву. Вот и растет он под шубой. Солнце прогревает его лучше, чем тот, что закопан в землю. Окучивать его не нужно. Проволочник и колорадский жук обходят его стороной. Да и убирать урожай легко. Попробуйте сами, не пожалеете.